небольшой патриотический блок. Мы живем с вами в непростое время, когда очень хочется всем нам пожелать просто мирного неба над головой. Как было заявлено по денацификации и демилитаризации Украины, но я вам скажу так, у ветеранов боевых действий однозначные на этот счет решений и взгляд. Мы возвращаем свои земли, исторические земли, которые нам достались от наших предков, пролитая кровь наших предков на этих землях. Мы ее вернем, так как рано или поздно. Мы не сдрогнем от обещания ада, мы видали его под землей. Мы все еще живы, и это наша награда, и мы будем стоять на передовой. Мы помним, как взрывались наши рассветы, как разрывались от боли наши сердца. Мы будем всегда помнить об этом, и мы будем стоять до конца. Здесь все по-другому, здесь даже воздух другой. Мы на нашей земле, мы на передовой. И ни шагу назад, просто некуда нам отступать. Это наша земля, и мы будем стоять. Мы уходим в закат, как уходили в забой. Наш мир ни под кем не прогнется. Мы будем стоять на передовой. Мы проснемся, когда взойдет солнце. Здесь все по-другому, здесь даже воздух другой. Мы на нашей земле, мы на передовой. И ни шагу назад, просто некуда нам отступать. Это наша земля, и мы будем стоять. Это наша земля, и мы будем стоять. Это наша земля, и мы будем стоять. Спасибо, еще раз с праздником!